pregunta. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации прошу окончательно определить Дадаева наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. У вас все? Пожалуйста, собачьи потом боитесь. Обвинение, которое голословно, ложно обвинило всех нас и одного убили, и в последующем хотят предоставлять всему миру, как бы мы, организованная группа, совершили преступление. Мы не убивали этого человека. Я хотел бы, прежде всего, вы... А ну покажет истинное лицо.